перетяжка старинного кресла бабушка привезла, 90-летняя. Не знаю, узнает она свое кресло, нет. Там коллаж выложу, фоток до и в процессе. Ну, тут, соответственно, Кант в местах сделал без швейных работ. Такие кресла, я думаю, вы видели. Они бывают вот здесь вот с полостью, с выемкой, с такой дырка, короче, сквозная. Но я сделал вот так вот спинку, подогнал, увеличил каретную стяжечку, затянул ее. Ну, то есть все четенько. Хотел покрасить еще ножки, но начальники сказали, не надо, и так достаточно.